И чё? Дайтесь. Пошли, сейчас пройдём. Подожди, сейчас мои документы Паша заберет из машины. Угадай, кто забыл. Нормально. Да я думаю, Паш? Нет, я. Куда летишь? Не знаю, как пойдет, я не знаю. Хер знает, где мы окажемся завтра. Виталику сюрприз будет. Ой, Паша, можно чуть мои наушники? Пойдем уже на. Самара, городок. Беспокойная я. Беспокойная я. Не тревожь ты. Успокойся. Нет, а ты не тревожь меня. Я ушла ужинать. Блин, набрызгался духами, типа прикольные, что ли? Давай я тоже тогда побрызгаю. Каплями не надо, я себя духами тогда тоже побрызгаю. Все, вкусные, прилучные, пошли. К Мохову постучим. Он уже, наверное, внизу нас ждет. Давай придумаем слоган вечера. Какой у тебя слоган? Давай, мы приехали в Самару. Спать. Ага, класс. Знаешь, что уже внизу? Я самый первый видел, на ужин. А я вас видел, что вы выходите, но я решил отделиться от вас и сам. Да, врать, давай. Ой, пойдем по улицам Самары гулять. Показывает комфортнее. Да. Кто к вам приезжал, рассказывайте. Театр дерева. Отработали супер. Адасинский весь в восторге. Полный зал. Саш, ну что, поел? В смысле, что поел? Или ну что, поел? Ну что, поел? Знаешь, да, хорошо поел. Да? Очень вкусно было. Ты завтра будешь хорошо играть? Это как пойдет, я не знаю. Но мясо должно как бы дать энергию. Короче, мы пойдем спать. Спокойной всем. Ночи, Самара! Привет! Всем доброе утро. Так как мы приехали вчера, сегодня мы встали пораньше, Паша пошел стричься. Я пойду попью кофе, и мы пойдем с вами вместе погуляем по Самаре. Че, что 12:50 уже? Мы тебя ждем уже, знаешь, сколько? Минут 40. 20 минут, не манди. А где? Куда? Как дела? Я говорю, да, привет. Я говорю, мы что, рядом живем, что ли? Что, обнаглел, что ли, ты самый? А потом... Ой, так я вас не знаю. Я говорю, знаете? Да я не знаю тогда. Нет, а где? Да нет, я знаю. В общем, тут же наехал, типа, сначала не здоровался. В общем, говорю, все, я вас не знаю. Я говорю, знаете, знаю.
Александр Мохов думает, что Самара это субтропики, да? Субтропики именно. Суп. Борщ тропики. Морской. Наверное, летом все загорают. Я бы загорала. У меня, знаешь, была история, но ты не снимай. Ну, да. Давай расскажи. Я не снимаю, ну Саш. Там дальше гостиница «Волга», прямо на берегу. Я пришел туда, заказал водки, и я очень люблю грибы белые. А не белые грибы, вру я. Грузди. О, я обожаю. Они дорогие. Чёрные, очень, да? Они очень дорогие, да. О, давайте. Делаешь шаг, одна музыка, через 5 минут выстраивается 8 шикарных девушек. Ну, такой возраст средний, 25-27. Шампанское взяли, еду взяли. Да я позвал с нелета, мне просто поболтать с кем-то надо. Я же не могу взять на улице, позвать кого-то, скажу, ну больной человек. А здесь вроде я же деньги заплатил, все нормально. И, короче, мы просто посидели, что-то выпили шампанское, не помню. И ты начал им читать стихи? Нет. Ну, мне сказали, они поняли. Что история как-то завернется на грудь, да? Блин, я думал, ты отравишься, в итоге в конце истории будешь тут там блевать 3 часа, а бедные девушки будут... Ну, Саш, не, я... знаешь, так себе история. Ну, это была версия на камеру, а сейчас Саша мне настоящую расскажет. Дернул для нас, начинает сразу подсекать его. Люблю, ты знаешь, просто удочку, поплавок, червячок и на карасика. Очень интересный разговор. Поймал про рыбалку. Эй, влюбленный! К другой бабе пошел. Скамейка влюблён. Сломалась. Разваливается. Разваливается. Класс. 100 рублей. А какие 2. Призы? А вот игрушки, да? Ой, я жираф хочу. Давай, ты первый. Давай. Я верю в тебя. Мало ли уйдёшь народ. Паша! Где моя игрушка? Дайте еще раз. Они все стоят. Все стоят? Так. А ты тоже не туда совсем. Не туда совсем? Блин, а как? Мне просто не достать. Ну, давай. Давай я начну с нижнего ряда. Давай. Давай хотя бы одну надо зверюшку сбить. Так. Что, мой глаз показывает, что я прицелилась? Я не знаю, в чем проблема. Блин, вообще нереально. Ну. А зверюшка? Да. Ни одного пока, да, ты не взял? Ни одного вообще. Мне кажется, у меня уже пульт закончился, ни одного не сбила. Не. Ты же прицел сбит. Так нечестно. Я тоже с тобой говорил. Сашка сподобился. О, неплохо, Александр, неплохо. Блин, Саша! Класс. Парень реально к успеху шел. Сглазили. Кто сглазил? По баночкам. Мы уже, короче, не идем на спектакль, потому что ребята будут стрелять по баночкам. А вроде взрослые мужчины, да? С виду. Не прошло и 2 часов, кто сбил все баночки. Оба парня молодцы. Оба парня молодцы. Микки Мауса, типа, можно, да? И слоника, например. Ой, я слоника точно вот такого. Очень странный нос у него. Слоника. Ну, это же розовый, есть синенький слоник. А что странного? Слоник как слоник. 2 игрушки. Не. У меня одна, извини, конечно. У меня тоже ребенок. Вот, розовый. Ай, Паш, ты выиграл, ты выбирай все. Придурок. Молодец. Все, спасибо. Можно я сфоткаю, пожалуйста? Давайте.
Это мне? Давай мне, а не Мии. Что эти дети, да? Да мне подарок. У детей так много игрушек. У детей так целая комната, а мне нет. Но... Мои собственные выигрывали. Я вспомнил сочетание этого. Мы просто пристрелили автомат. Добытчик. Мой добытчик. Хорошее завершение прогулки – это вкусно пообедать. Да, Микки? Где мой Микки? Он говорит «да». Паш, ты можешь быстрее? Вали. Мы опаздываем. Вали. Уже давно должны быть внизу. Мы. Нас все ждут. Ты хочешь, копаешься? А, блин! Я дверью пришит. Дома пригодится. Бери, бери. Хороший пылесос. Здрасте. А это ваш пылесос стоял, да? Да. Здравствуйте. Кто оставил? А мы подумали, может, кто оставил, выбросил, не нужен. Вот мы и взяли. Так он лежит без присмотра. Беспредельник. Привет, Виталий! Здрасте. Ты такой нарядный. Да, у нас сегодня второй спектакль в этом городе, мы в Самаре. А еще они хотят сделать третий спектакль 4 января. Ну, прорекламировал чуть-чуть. О, опять муха. О, Леха! Здорово. 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 Опять со своей дудкой, дымящейся. Дудкой, дудкой. Давай подслушивать. Идите отсюда. Это тайна такая. Так и знала, что вы шепчетесь. Конечно. Так и знала. Попались. Она. Привет. Ты уже накрасилась? Когда ты успела? А потому что скоро в поезд. В какой? Подожди. Скоро спектакль, а не поезд. Нет, спектакль не важно. Поезд скоро. Пойдемте посмотрим за кулисы. Я вам сейчас всех покажу. Надеюсь, Паша, переодевайтесь. Передвигаться. Да. Как тебе здоровье? Ладно, не буду отвлекаться. Буду готовиться к выходу. Дорогие друзья из Самары, простите нас, что мы не вышли фотографироваться. Просто дело в том, что мы очень опаздываем на поезд. И мы сегодня даже из-за этого играли без антракта. Поэтому мы просто все бегом бежим на поезд. Но мы вас очень любим. Мы увидимся в январе. Мы фотографируемся, да, Павлик? Да. Лайвли, обожаю я. Сегодня спектакль в Уфе, и мы едем сразу после спектакля домой. Ура! Я соскучилась по детям. Павли. Саш, ну сколько тебя ждать? Вы наглая семейка. Поехали. Я хотел сказать вам правду. Так. Вашу семью, знаете? Давай, вот, так. Сволочи вы. Переносчик вещей твой. Да, потому что муж занят. Чем занят? Сейчас проверим. Бабами, конечно. Бабами занят. Вот так. Это можешь там сфотографироваться? Хочу поделиться интересной локацией гримерки. Такое у меня впервые. Выходишь, и ты сразу за кулисами на сцене. Ну что ж, пора вот идти краситься, причесываться и готовиться.
Ну, во-первых, вау. Ты играешь в спектакль в Уфе, да? Ну, что скажешь, просто вот какие у тебя ощущения? Больно. Больно ударился? Ты мой котенок. Блин, ты прям, нифига себе. Это прям до крови, что ли? Да, там у нас есть проект. Ну вот, мы отыграли спектакль в Уфе. Спасибо большое зрителю. Ребята, вы невероятные. Так нас принимали. Мы, опять же, к сожалению, ни с кем не фотографируемся, потому что у нас самолет 23.05. А уже 9 вечера, поэтому мы поехали в аэропорт. Ну что, Лёш, что какие твои последние слова в Уфе? Рахим тегез. Ой, а что это такое? Добро пожаловать в Уфу. Ты же улетаешь. Можешь спонтировать? Да. Ты такая красивая девочка, да? Привет, скажи всем привет! Пойдем, может, кашу варить? Да? Ну, пойдем. Ну-ка, вода, включи плиту, давай. Включи плиту, будем готовить. О, это же крышечка, да? Ею надо накрыть. Бам-бам-барабан, пузо-пузо-барабан. Бам-бам-барабан, пузо-пузо-барабан. Иди, Слядуня. Кто там? Дядя. Дядя? Нет, там Мия. Цап-царап! Киса. Цап-царап! Царап-царап! Цап-цап-царап-царап! Приехал мне. Где, скажи, где? Чё ты роп? Не слюпай её. Папа, да, сейчас зайдет, я думаю. Папа, да. Слышите, мох кашляет. Это папа! И Тимоха! Ну и чё такое, как ты позвал? Да, я её, кеды у тебя есть теперь. Кеды папа тебе купил, видишь? Да, я видел. Это тебе! Что это? Давай. Знаешь, что это? Это светящее синее. Да, видишь, мама с папой обещали тебе и привезли, да? У меня сегодня меч. У меня сегодня он свекает. Ну-ка. Посмотрите, как он сформируется. Опа! Посмотрите, если сюда приложить отпечаток пальца, то он сработает. Ну-ка. Класс! Вау! Помогаешь ему, что ли? Сам, наверное, захотел помочь, да? Нет. Тебя заставил этот мужчина. А что ты снял их? Ты папе помогал красить? Да. Умничка какая. Давайте пойдемте, я вам покажу свой ракарий. Если ребенок протестует против шапки, надо шапку снять. Да, Зая? Да. О, мне кажется, красота, да? Как зеленые елочки красиво смотрятся на фоне белых камней. А, такая вот клаква у нас сидит, да? Да? О, ты свою формочку сложила, да? Молодец.
Ну, давай мама тогда дальше посыпет камни, да? Вот, здорово, да? Ну что, буду тогда дальше сыпать камни, раз Мия настроена поиграть в камешках, пока я буду засыпать все это дело. Познакомьтесь, это лиственница. Одна из немногих, кто уже пускает мне иголочки. Очень красивая. Ты меня радуешь, солнце мое. Будем сосиски жарить? Да? Ой, спасибо. А еще раз. Ой, сладкая. Что я могу вам сказать? Жизнь прекрасная штука. Мы пошли кушать сосиски. Не трогай. Ах, ах, ах. Не трогай. Ах, ах. Всем вам.